Всем привет! Делал когда-то Ладу Гранту самосвал. Вот не стал делать известный опять самосвал. Хотелось попробовать что-то новое. Вот мне интересно было сам вот этот конструкцию миниатюрную сделать, раскидывание песка. Тут у нас поднимается вот так вот. Особо сильно не заморачивался, потому что я эту знакомому Адаму, у которого дети, чтобы играли. Тут инерционный механизм. Только он не справляется с этой, с весом. Тут у нас от задней части решил приделать как спойлер. Такая она длинная. Сзади вот так сделал. Не стал мигалку делать. Вот просто свет идет. Откусил ножки, придел. Вот тут я сделал имитацию этих шлангов из толстого провода. Посмотрел на КДМ-ках. Такие шланги подходят. Вот этот механизм раскидывания. Вот просто так вот сделал. Может, кто-то бы по-другому сделал. Кардан такой сделал. Вот, типа полноприводная. Такую вот сделал конструкцию кузова. Тут у нас вот до сюда вот отверстие внизу, чтобы туда высыпался, я еще не испытывал. Так просто проверил через резистор, чтобы мотор не слишком круто крутился. Вот сейчас потом посмотрим. Сиденье тоже покрасил в оранжевый. Вот цвет такой, конечно, больше на горчичный похож, чем на оранжевый. Такая веста. Тут я сделал желтый свет фар передних. Вот. Так вот, по-простому была, конечно, задумка покруче сделать, и свет, там, прожектора какие-нибудь, мигалку, но есть у меня в заброшенных один проектик, вот там можно будет это, реализовать это все, а тут неохота время тратить, тем более, скорее всего, долго оно не проживет, вот. Это была веста полицейская, тут у меня осталось вот там вот. Я делал синим, горит. Типа как дисплей там, я не знаю. Вот. Также вот работает. Также там еле видно, но он горит. Вот. Сделал я такую штуку. Сейчас мы испытаем, как это будет раскидывать. У меня тут из сыпучего ничего такого нету. Вот. Сюда такого засыпем. Сейчас проверим, как будет раскидывать. Через сетку не очень засыпается эффективно. Ну, должно работать. Можно потом приспособу сделать, чтобы вот сюда вот загружать. В принципе, работает. Что надо? Небольшую сделать эту заминочку. Вытряхнуть вот это вот. То, что я тут просыпал, чтобы видеть, как оно будет.
там настоящих по-другому сделано. Ну, как бы песок этот перемещается. Вот я вытряхнул, чтобы видеть потом. Не знаю, как показать, чтобы видно было в кадре хорошо. Там в настоящих это такая как транспортировочная лента. И она песок. Ну, в принципе, вот он. Я просто это, чтобы песок его вытряхивалось, в принципе, он работает. Вот если побольше нагрузить, кузов вот он так вот остается. В принципе, я думаю, детям будет прикольно поиграть с такой штукой. Ну и мне было интересно это реализовать такую задумку, в принципе, ничего сложного. Вот. Всем спасибо за просмотр. Пока.